Поделиться своим счастьем решили наринмарские молодожены. В день свадьбы сразу после ЗАГСа новоиспеченная семья отправилась дарить подарки воспитанникам детского дома. Молодожены Ермолины накануне торжества попросили своих гостей вместо цветов купить им игрушки и сладости, которые в свою очередь будут подарены ребятам из детского дома. Увидеть молодожен дети не смогли, в это время у них был тихий час. Все подарки были вручены воспитателям. Ну, это, я думаю, что очень хорошая затея, очень хороший почин, наверное, для вот когда создается семья. Вот у нас впервые это в детском доме. Дети, они все равно, для них это очень много значит, что к ним придут. Они, конечно, иногда и не видят тех людей, которые к ним приходят, но они подарком рады. Семья Ермолиных надеется, что в 2015 году, объявленном в Ненецком округе годом ребенка, и другие наринмарцы поддержат подобные социальные акции, чтобы сделать жизнь малышей в казенных домах немного ярче и счастливее. Традиция дарить цветы на свадьбу, она хорошая, красивая, да, но цветы через 4 дня погибнут, завянут. А... Дети будут радоваться еще долго. Попросили вот гостей, да, наших, чтобы небольшие подарочки, детские какие-то игрушки, книжки, ледянки. Место цветов. Вот. Ну, и решили передать просто их в детский дом, что это будет больше пользы, наверное, чем от цветов.